Полное описание и точно до выхода 5 и 6 серии нового сериала «Операция престол». 5 и 6 серии сериала выйдут в эфир 21 июня. В новых сериях мы увидим, как полковник Абвера Липкий продолжает проверять Нечая. В Москву отправлена новая группа диверсантов под руководством инструктора диверсионной школы Вали Федора. Квартира, в которой живут Нечай и Ирина, и монастырь становятся местами, куда приходят заброшенные Абвером агенты. Неожиданно Воскресенский устраивает драку с начальником. Воскресенский понимает, что теперь у него одна дорога – на фронт. Ирина включается в новое опасное задание, которое должна выполнить в одиночку. Она отправляется в Смоленск через линию фронта, чтобы встретиться с советским разведчиком Лемоном с целью получить от него важную информацию о готовящемся наступлении фашистов. Ирине удается устроиться на работу в русскую администрацию, в отдел здравоохранения. Но все идет не по планам. 5 и 6 серии сериала выйдут в эфир 21 июня. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.